Почти 6 часов потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем, охватившим храм Святого Луки на 28-м километре старой Елизовской трассы. Огнеборцы были на месте уже через 7 минут после начала возгорания. К этому времени второй этаж храма был полностью охвачен огнем. На момент прибытия пожарных подразделений здание было охвачено огнем на площади 200 квадратных метров. На данный момент работают 5 автоцистерн, 1 лестница, 35 человек личного состава. Работает 1 ствол Б, 3 ствола А. 13.45. Дана локализация пожара. На данный момент проходит разборка завалов и дальнейшая поливка. Напомним, что сообщение о пожаре поступило в субботу около полудня. По информации МЧС, в пожаре никто не пострадал. Люди, находившиеся в церкви, успели покинуть помещение.